Гомельское областное объединение профсоюзов провело посяджение Президиума Совета. Яно началось урочисто. Заручение удячностей и грамот работникам, которые працавали сёлета лепш за усіх и были прикладом для своих коллег. После удельники посяджения обмерковали работу по выполнению положения программы социально-экономичного развития Беларуси, якая принята до 2020 года. Одразу было означено, что деятельность профсоюзных организаций Гомельщины зладженная и эффективная. Каждый профсоюзный комитет імкнецца реализовывать программу социально-экономичного развития, заходящие из особливости у своей деятельности. Так, например, коллективные договоры на предприемствах, которые относятся до энергетики, газовой и паливной промысловости, были изменены. На больше высоким узроне зараз представлены питания дисциплины и самодисциплины, причем как для работников, так и для наймальников. Это соблюдение строго производственной дисциплины, технологической самодисциплины, так и со стороны нанимателя. Это, конечно же, безусловно, выполнение принятых на себя обязательств и максимально стараться стимулировать хороший добросовестный труд. Что на самом деле и делается. Есть ряд положений, которые позволяют, значит, стимулировать за экономию энергоресурсов, за сборы металлолома, то есть за все именно производственные показатели и характеристики, которые в конечном счете улучшают нашу жизнь, в том числе и, так сказать, позволяют максимально реализовать личные интересы работников. В самодеятельности, в спорте, в отдыхе. Можно сказать одним словом, сделать для каждого работника более комфортной его работу и его жизнь.